Я у бабушки живу, я у дедушки живу. Папа с мамой ходят в гости к нам. Стало модным одного малыша иметь всего, да и то подкинуть старика. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говоря с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет? Шоколада полный дом, мармелада полный дом, красть игрушки некуда давно. Чтобы я счастливым рос, настоящий куплен пес. Он, конечно, очень славный, но у меня сестренки нет, у меня братишки нет, говоря с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет? Хочет бабушка вязать, хочет дедушка поспать. Я один слоняюсь по двору. Жалко, что без папы и мам человек не может сам брата завести или сестру. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, ведь ни хлопот, ни проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет? У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей будешь? У меня есть. Так это.